Раз в квартал Ивановское ОМВД проводит совместный инструктаж нарядов сотрудников ГИБДД, полицейских, росгвардейцев. На очередном собрании на площади Победы руководство управления передало ключи от 12 новых служебных автомобилей начальникам отделов полиции. Уже сегодня они отправятся на дежурство в ряд муниципалитетов – Тейково, Вичугу, Фурманов, Шую. Сегодня это была целевая поставка МВД России служебного транспорта для дежурных частей. Вы заметили, что 9 из них – это полноприводные автомобили, которые в основном для сельских дежурных частей, для территорий, для выезда на места происшествий. Поэтому все, что касается нашей работы по укреплению материально-технической базы, это будет продолжено впредь. Кроме того, руководство МВД вручило ведомственные награды за успехи в службе. 5 правоохранителей получили знак «Отличник полиции» и 5 отметили знаком за отличную службу в МВД 2-й степени. Примечательно, что с приходом нового начальника управления в программу инструктажа добавили показательное выступление по самозащите. Это еще раз напоминает сотрудникам, что выходя на службу, надо быть предельно бдительным, потому что, возможно, применение физической силы бывает у каждого всего лишь один раз. Поэтому ситуация бывает разная. Еще раз напомнить и требования по обеспечению безопасности, по навыкам владения приемами рукопашного боя, но все-таки для того, чтобы могли в любой момент защитить население от преступных посягательств. В скором времени в регион придет новая партия автотранспорта, теперь уже для сотрудников госавтоинспекции. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.